Сегодня финальный день недели моды Mercedes-Benz. И сейчас абсолютно весь манеж битком. И сегодня мы снова здесь, чтобы испытать эти нереально крутые эмоции и атмосферу этого праздника. Праздник моды, красоты и стиля. Чем вам нравится такая тусовка? Ну, я бы сказал, что здесь очень насыщенная атмосфера, интересные люди, много новых знакомств можно приобрести. Поэтому я люблю посещать такие места. Посмотреть, что сейчас вообще актуально, как бы для себя составить какие-то заметки. Сколько дней ты была на неделе моды? 6. Сейчас есть челлендж «Один год без новой одежды». Могла бы ты его поддержать на сохранении природы? Думаю, да, потому что я очень трепетно отношусь к экологии. Я сама занимаюсь проблемами экологическими. Ну, для сохранения природы, я думаю, да. Год — это не так много. 100% да. Но я на самом деле думаю, что можно пойти глубже. Я, например, сейчас уже обзавелась стаканчиком многоразовым, обзавелась всякими упаковочными пакетами для еды многоразовыми. Если бы люди молились брендом, какого бы бога вы выбрали? У меня нет брендов, которые мне прям очень нравятся. Я выбираю не бренд, а я выбираю вещь. Versace. Вообще, это вопрос очень интересный, потому что люди думают, что если они купят какую-нибудь дорогую вещь от Gucci или Valentino, то это будет высокая мода, хотя высокая мода – это то, что делается под тебя на заказ. Вот этот пиджак сделан под меня на заказ, то есть нету второго такого пиджака, и это высокая мода. Расскажи, в каком магазине ты участвуешь и как тебе свой образ, как ты себя в нем чувствуешь? Я участвую в показе Рома Варова. Образ очень интересный на самом деле, и очень большое количество аксессуаров очень интересных. Мне очень нравится эта коллекция, она соответствует моему духу и моим корням, потому что для меня это цыганский шик. А как вы себя чувствовали на подиуме? На подиуме я всегда чувствую себя как в полете. Я обожаю это дело. Я могу не покупать одежду, но могу ее с кем-то обменять. Скажите, пожалуйста, сколько сегодня было представлено образов? Сегодня было представлено 30 образов. У меня коллекция, которая вдохновила меня, человеческое тело. То есть это очень интересная тема, которая, мне кажется, настолько многогранна. То есть тело может рождаться, умирать, может чувствовать эмоции. И, казалось бы, мы каждый день, да, видим его, мы чувствуем его, но на самом деле для меня это явилось толчком для создания моей коллекции. Спасибо Mercedes-Benz Fashion Week за эти незабываемые дни. Ждем март 2020-го, чтобы вновь окунуться в эту атмосферу. С вами была команда Hello Russia, всем лайк! Следите за трендами, чтобы всегда быть в центре внимания. И не забудьте сделать фоточку на пресс-фоли.